У него снайперка 50-го калибра. Ну, я как бы просто тебе покажу, что у меня снайперка тоже 50-го калибра. Только... При этом еще и взрывная. Я савант. I could have handled myself. Oh, I saw how you handle yourself, froze on the spot like a deer in headlights. If it weren't for me, you would have been cut up like a paper doll. Luckily, I've got Reba. But here to help me crack those crabs wide open. Isn't that right, girl? Reba? Who's Reba? Are you talking about your gun? She's not just a gun. She's top of the line, best gun in the common. А, вы как раз говорили мне про эту Ребу, да? Наконец-то я понял, что такое Реба. Командующий ополчением Салема к твоим услугам. Я также исполняю обязанности квартирмейстера, пристава, секретаря всех ценных. Just two of you? Have you considered a membership drive? Oh, look, Reba, a comedian. Laugh all... Now, I'd like... Чё ты хочешь-то в итоге? Давай. До твоего появления болотники ведут себя относительно спокойно, появлялась на турели быстро исправление. Поскольку в последнее время все было, само собой теперь нужно включить эту задачу. Я буду прикрывать тыл, а ты отправишься туда и активируешь турели. Награды. Look, don't tell Reba, but I've been working on a sister for her in my spare time. I'm thinking of Reba 2. She's not as tough as her older sister, but she's all yours if you help me out. Хочу, хочу. Reba would probably get jealous anyway. The turrets should be easy enough to find. They're up high and strategic. Пойдем активировать турели. Блин, шел на другое задание совершенно. Locations around town. Да разберусь. Yes. Разберусь как-нибудь. This still looks cleaner than we placed back at the combat zone. За Рибу-то. Рибу я хочу получить. Это Ксюша сделала. Я сделал. Прикиньте, серьезно говорю, Ксюха отказалась, сказал, что ей лень. По-моему, нормально получилось. Так, погнали. Болотники, наверное, увнить будут опять. Но я болотников не боюсь. Что-то я не понял, тут турель прям тут где-то стоит. Блин, собирать их мясо, не собирать. 8 метров наверх, 6-5. Что-то я не пойму. Выше-то уже не залезть. А-а-а, в соседнем. Печальное какое-то местечко такое. Дукалис даже бы загрустил, мне кажется, от него. Слушайте, тут не будет случайно матки болотников второй какой-нибудь? Я еще жив. Они ретировались наверх, что ли? С
Стреляй, стреляй, Кейт. Не давай им даже пернуть. Вот он, гаденыш. Это легендарный, да? Уменьшение урона от животных. Не. Не. Нормально все. Спускаемся. Погоди, 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 болотник. Погоди. Погоди, болотник. Погоди, погоди. Погоди. Погоди, болотник. Погоди, погоди. Постой, болотник. Не стучите клешнями. Кондуктор, нажми на тормоза. Спасибо, спасибо. Благодарю. Так. Начищенной воды просто дофига, надо пить ее. Как-то болотники разваливаются, да. Прям вообще жестко. Чувствуется, что уже персонаж может нагибать даже на лоу хп. Толстяк. И чё, говорите, реба 2 прям хороша? Сильнее, чем то, что у меня есть? Интересно, какой же тогда на ней стоит? Что на ней стоит тогда? Какая-нибудь x2 урон? Было бы прикольно. Турецкая турель, господи. На крыше церкви. Та-ра-ра. Блин, церкви все одинаковые вообще просто. То есть просто на 100% одинаковые. Интересно, а болотникам можно верить в Бога? Меня просто архитектура этой церкви так угнетает. Помните, как я бегал? Чуваки, рядом с турелями или внутри города есть журнал или пупсы? Плиз, скажите. Хуже на болотников овниц с 50% уроном. Да. Понимаешь, тут нет фракции болотников, которая бы была опасной, да. Как таковой болотник встречается не так часто. В основном в болотистой местности. И я, в принципе, и так его побеждаю. Есть еще журнал в пансионате. А что за журнал? На что журнал? Если на говно какое-нибудь, типа, где расположен Diamond City, то я, пожалуй, не пойду. За ним.
А если какой-нибудь этот самый на скрытность, то я уже, считайте, в пансионате одной ногой. Вот бы можно было бы самому играть за болотника, чуваки. Играбельный класс. Hey, Barney. You did it, didn't you? I could hear that sweet, sweet machine gun music. Ушку all давай. The way down here. You almost caught me in Reba Midwall. Damn. What the hell happened here? No problem, Barney. Well, Reba and I appreciate it. Now, here's a key to my workshop in the bunk. Now, if you'll excuse... Uh-huh. Давайте заценим. 99 урона, увеличение по болотнику. Ну, я не знаю, если на эту ребу перекинуть все, что стоит на этой пушке. Но мне что-то лень. Снимай облегченный длинный ствол, например. Он особо ничего не добавляет. Да пофигу, потом займусь. Мне сейчас так лень. Вроде все оружие нормально работает, и ладно. Урон все равно не увеличить, типа. Может быть, там точность какая-нибудь, типа, даже не точность, а трясучка или еще что-нибудь. Но это вся фигня, на самом деле. Пойдем ведьм Салема делать. Пансионат, ты имел в виду санаторий, да? Там, типа, журнал. В пансионате медицинский журнал. Говно. Сейчас бы отдачу трясучки назвать ха-ха-ха. Чувак, сейчас бы забанить тебя. Ха. Не знаю, тут правило надо менять. Что это за дурацкие баны на 2 часа? Кого я вообще этим говном можно испугать? Баны должны быть навсегда просто. What you need and I'll get right on it. Блин, медицинский журнал. Ну не могу же я мимо медицинского журнала пройти. Блин, я не знаю, каким надо быть крохобором. Вот реально каким-то мразотным. Даже не крохобором, как это назвать? Человеком, который докапывается до всего, чтобы... Да, каких-то фраз, типа там, ну трясучка, там, отдача, какая разница. Сотрудник приемный. Чё, хочу вписаться в ваш пансионат. Санаторий. Заселяюсь. I'm checking in. My family. I'm afraid I am unable to process your request this time. Have a nice day. Welcome to Sandy Cove's Cop-Help. I'm checking in. My family filled out. I'm afraid I am unable так, to теперь, process видимо, это никогда не будет работать. Have a nice day. Welcome to Sandy Cove's convalescent home. Ну хорошо, хорошо, я понял. Ага. This place is still in. But of course, Sandy Cove's convalescent. Was there anything? Just browsing. Please do not disturb our... Have a nice day. Right. Ну чё, посмотрим, чё тут за резиденты. Наверное, трупаки валяются повсюду. Фуражка капитана корабля. Возьмем, пожалуй.